Всем здорова, ребят. Ну что, у нас сегодня 9-й день на Тайване. Не знаю, сейчас посмотрим, что там будет интересного. Ну, в принципе, я вам так все показывал. Проходится ТКВК плюс Ледяха. Может, будет что-то интересное. Не знаю. На бездонатах, ухватайка есть. На бездонатах реально сложно уже проходить. Кулаков. Почему? Потому что очень сильно не хватает либо замедления, либо ускорялки тыковки. Они очень быстро двигаются. На сардельке, например, мне в некоторых вариантах без этого сложно. Даже на основе я бывает без ледяхи просто не могу пройти так. Приходится выставлять несколько героев, не одного, а уже несколько. Ну, сейчас посмотрим. Что у нас интересного на 6-м дне? Вроде без изменений ничего нового. Нормальный музончик. Паладинище идет. Ну, как видите, тут одна тыковка справляется. Если у вас тыковка, ладушка, исцеление, у вас нету никаких проблем. Плюс еще ледяха, прокачали 10-й скилл левел, не обязательно качать, вы совсем будете справляться без проблем. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, но пока вроде все на изи. Так, о, ничего себе интересно. Душики с ускорением по-любому каких-то пропустим. Или всех убил. Да, пропускаем, видите? И просто так не убиваются. Ну, тыковка только разогналась, дальше все. Самое сложное вот у меня на бездонате это третья часть, потому что там бегут с двух сторон. И надо хорошего ледяху делать. Никуда от этого не денешься, чтобы проходить. Потому что с непрокачанными героями ни хрена не можешь, и без ледяхи тоже ни хрена не можешь. Поэтому... А Феникса Космо там у меня, к сожалению, нет. Как-то очень быстро и легко. Ну, видите, здесь раста такая, ничего сложного нет. Вот поставил так двоих героев. Ну, у меня, допустим, на бездонате не успеваю. Надо больше прокачки делать. Ну, самый лучший вариант это вот ледяха, которые с тыковкой вместе будут просто замедлять. И, как видите, герои просто не доходят сюда. Ну, и надо смотрителя иметь. Вообще без проблем вдвоем справляются. Поэтому ничего нового, я думаю, до 12 дня ничего у нас не поменяется. К счастью или к сожалению, нифига себе пропустили даже. Но ледяха сейчас должен замедлить их. Ну, не, видите, на всех не хватает ледяхи. Все-таки медузки забегут. Демон успеет или нет? Не слили демона. Медузы успели. Стан получили. Еще раз стан. Ну, пока я думаю, на следующей обнове будет что-то интереснее, они придумают. Ну, а так локация чистая. 5 минут пофармить. И все. Но опять же, надо не забывать заходить на каждый аккаунт и на каждом аккаунте вот это вот все фармить. Это реально напрягает. Жесть.
Видите, ледяха дамага не наносит, но замедляет зато топово. В общем, вот так вот, такой вот девятый день, ничего такого сложного нет. Сейчас проверим, посмотрим, сколько у нас уже собралось здесь осколков. Так, 12. Еще прибавили. И 27. Итого 171. Вот так вот, то есть 171 осколок у нас на сегодня есть, 9-й день, я ни разу не пропускал 171 осколок. Ну, в принципе, неплохо, думаю, что у нас получается, 29 осколков еще. Завтра и послезавтра на 11-й день мы наконец-то соберем этого героя. Все, пишите комменты, ставьте лайки, смотрите обзорчики Лисы, буду ее тестировать дальше. Всем удачи, всем пока.